школьный троллинг в Among Us. Нужно троллить игроков, получать хорошие оценки и, конечно же, затроллить всю школу. Но если ты когда-нибудь был в школе, ставь лайк и подписывайся. В этом моде у нас самая настоящая школа, но в отличие от твоей, вместо домашки тут пранки. В общем, игроки здесь пранкеры, задача которых затроллить своих тиммейтов и за это получить хорошие оценки. У каждого из них есть список пранков, которые нужно выполнить и за них получить наивысший балл. Например, натянуть трусы об обусу, облить водой, кинуть пердежную бомбу, закрыть в шкафчике, дышать огнем, кидать шарики с водой, пугать, приклеивать к стулу и еще десятки крутых троллингов. А вот импостер — это злой пранкер. То есть по такой логике те были добрые, ну ок. У него точно такие же навыки, как и у мирных, только вот он может переключать их в смертельный режим. Его главная задача — получить максимальные оценки за пранки, после чего он сможет закидать школу туалетной бумагой, а после чего поджечь. Ну а у меня в Телеграме уже есть парочка крутых модов, поэтому заходи, качай и играй.